Всем привет, с вами канал Все про Android. Сегодня у нас приложение, которое называется Invisible Pro. Сразу хочу сказать, что это не туториал по использованию данного приложения, поскольку на сайте FOPDA есть огромнейшее количество инструкций от автора приложений. Приложение имеет широкие возможности и включает в себя следующие функции. Это DNS-скрипт, который позволит вам обеспечить шифрование, скрыть свой трафик, предоставит возможность фильтрации рекламы и обход опасных и фишинговых сайтов. Помимо всего, здесь находится возможность подключения через Tor, то есть доступ, соответственно, со скрытием вашего IP-адреса и доступ к сайтам, которые заблокированы, к примеру, в вашей стране. Это для Украины, к примеру, доступ к ВК, доступ к Одноклассникам. Приложение работает на системном уровне, то есть, активировав определенные функции, вы получите возможность с любого браузера подключаться к нужным вам сайтам. Помимо всего, в приложении можно выбрать приложения, которые будут использовать данное подключение, или же исключить приложение, и трафик будет проходить как обычно, не через данное приложение. Доступ к сайтам I2P – это доступ к Invisible, анонимную сеть Invisible Internet, в которой расположены всевозможные сайты, доступ к которым при обычном подключении – вы получить не сможете. Чем интересно данное приложение? Как я уже сказал, что основные возможности — это блокировка рекламы, скрытие IP, доступ к Даркнету, скажем так, сайтам, которые расположены к Даркнету, ну и возможность подключения к сети Invisible Internet. Для того, чтобы приложение работало, вам достаточно будет изучить инструкции. Я еще раз повторюсь, это никакой не туториал, поскольку функционал приложения будет зависеть от того, на какое устройство вы установили, то есть есть ли на вашем устройстве root-права или нет. На устройствах, на которых есть root-права, вам будет предоставлены дополнительные возможности. Это создание точки доступа, то есть если у вас есть безлимитный интернет, вы хотите его раздать, а ваш провайдер блокирует, и данное приложение тоже позволит вам справиться с данной задачей. Помимо всего, приложение, как я уже сказал, работает на системном уровне. Я приложение протестировал, и некоторые функции я сейчас просто продемонстрирую. К примеру, определение IP-адреса. Сразу же хочу сказать, что сайт, который toip.ru, определение возможностей. Вы можете, как я уже сказал, пропускать весь трафик, использовать приложение для добавления своих сайтов. Инструкции, которые есть на сайте FOPDA, я сделаю в виде ссылочек в описании видео, для того, чтобы вы легко и просто могли воспользоваться данным приложением. Еще раз повторюсь, это не реклама. Приложение меня действительно порадовало. Установив его, вот, к примеру, на 10 Android, прекрасно работает, прекрасно справляется. Я из Украины моментально получил доступ в ВК. То есть нет необходимости использовать дополнительные приложения, всевозможные VPN-сервисы. Прекрасно приложение справляется со своими задачами. Ссылки на приложение и инструкции по использованию данного приложения будет в описании видео. И еще раз хочу повториться, если вы хотите защитить себя в сети, используйте данное приложение. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!